Всем привет! Недолго музыка играла, у нас опять ветрище. Ночью, блин, встала. Ну, не полезла наверх, у меня же там белье. Не знаю, может, нафиг улетело все. Ну, тепло. Я посмотрела, 20 градусов передавали. Ну да, я чувствую, что тепло. Не знаю, на месте тут. Ой, на месте. Ну, и, конечно, ворошится немножко, смотрите. Это покрывало. Но ничего, не улетело. Видите? Так что все путем. Ветрище, ужас, задолбали эти ветра. Ладно, буду снимать халаты свои. У нас теплый, небольшой ветер, но я хожу и пою песенку. Снег кружится, летает, летает, и поземкаю. Что там? В общем, пою я немного. Но пою про снег песенки. И еще какой же? А. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери. Дальше я не знаю нифига. А звезды тем не менее, а звезды тем не менее. Вот знаю отрывками. Но раньше помнила песенку. Классная была. Я знаете, что подумываю? Может, мне цветочков нарву букет и подарю его той девушке, которую люблю, то бишь себе. Вон там цветов довольно-таки много, поэтому я подумываю набрать мне букетик, скажем так, зимних цветов. Погода чудесная. Не было бы ветра, была бы жара. Ну и с ветром тепло. Смотрите, разные цветочки. Сирененькие, желтенькие. Ну что-то у меня отпало желание. Ветер, носиться с ними. А вон там вообще их дофига, этих цветов. В прошлом году, помню, набирала. Ветроган какой. В новый такой район зашла, такой классный. Ну это... для гольфа зона. На автобусики разненькие ездят. Уточки там, гляньте, сколько уток. Сколько уток там. Ой, одна хромает уточка. Маленькая, кто-то ее обидел. Прикольно тут жить. А там отель. Суперский, хороший. Робинсон называется. Домики. Прикольненько так. Ну, скукотища, здесь ни магазинов, ничего нету. Пляж, правда, вон там. В 100 метрах. И все, больше ничего. Выходим к морю. Там оно так бушует. А вот это отель, зона отеля. Знаете, в Испании нет платных пляжей. Поэтому даже если вот здесь отель, то выход на пляж все равно общий. То есть могут любой прийти и там лечь. И он, если даже с этой стороны закрыта зона, то у пляжа там он все равно будет открыто. Гляньте, как море бушует, пипец. Сегодня такой шторм, штормит море. Ой, так прикольно, можно зайти посмотреть. Тут, естественно, гольф, гольф. Ой, тут какие-то постройки. Прикольно. Я, в принципе, в прошлом году ходила уже тут. Блуждала. Если нас не выгонят отсюда. Вот, видите, это уже пляжная зона, и оно открыто. То есть, там на пляже могут лежать кто хочет. Thank you.
Я по воскресеньям не люблю готовить, но сегодня вот так вот получилось, поэтому я буду готовить драники. У меня здесь 5 средних картошин, 1 яйцо, 2 столовые ложки муки. У меня это, как она, цельнозерновая, соль, перец, укроп и чеснок. 1 зубчик чеснока. В роботе перемолола все это. Ну, у меня бабушка на терке терла. И сейчас буду выпекать на разогретой сковородке. Вообще я это ем раз в полгода, но сегодня что-то захотелось. Так, драников буду есть с этим. У меня есть йогурт греческий. Сейчас туда чесночочек добавлю. И будет у меня такой соус. В охоточку можно. Тем более воскресенье. Ничего страшного со мной не случится. Тем более я уже сегодня столько находила, что мама не горюй. Ноги по сейчас горят. Я новый маршрут себе открывала. Где вот этот отель. Там так классно. Вообще мне очень понравилось там гулять. Пока делаю, заодно посуду мою. Вот так. Вот мои дранички. Сделала соус. Йогурт греческий. С укропчиком. Этот чесночок и соль. Все, 3 кусочка. Скумбрии достала. Вкусняшечка. Слопала мороженое с Макдональдса. У мужа опять футбол. Вот, я говорю, ну тогда поехали. Я мороженое куплю. Обожаю мороженое с Макдональдса. И в парке нас высадишь, Чарли, мы будем гулять. Потом в банк надо зайти. И все сделаем заодно. И с собакой погуляю. И мороженое сожрала. И в банк. Сейчас приду, терпеть охота. Народу в Макдональдсе ужас. Все едят, едят эти гамбургеры с картошкой. Ням-ням. А я драников натрескалась. Вкусняцкие, зараза. Где он там есть? Ветер у нас, видите, какой. Ты могучий, ты гоняешь, стоит тучи. Наверное, невозможно, меня все равно не слышно. Представляете, сейчас душ принимала с соседом. Угу. Душ с соседом. Такая, стою в душе, такая, все дела сделала. Что ж так кричать можно? Люди общаются, а он кричит. Думаю, кто песни поет, не пойму. Муж, что ли, сидит там, завывает. Такая выключила воду. А это сосед за спиной, за стеной, за спиной. Еще подумайте что-то. За стеной. Там тоже душ принимает, представляете? Вместе со мной. Ой, мама, мама. Хорошо, хоть я в душе ничем таким не занимаюсь, но там песни не пою или чем там, что не знаю. Вот. А то так все слышно там вообще, пипец. Я аж испугалась, знаете, прям как будто со мной. Ой, нанесла маска такая, на которой пленка делается, и прям вот под ресничку как-то задела. У меня сейчас ресница вот так прилипла к глазу, вообще пипец вообще. Ветер страшный, ураган. Вот, как видите, нанесла себе масочки всякие красивые. Буду завтра. И кое-какие планы есть, так что поживем, увидим. До завтра-то что у нас тут будет. Ой, чайник хотела налить. Не могу одной рукой налить чай. Я когда говорю чай, я в это время уже чай пью. У меня все почти бестеиновые чаи. Чаи, поэтому там либо ройбуш пью, у меня есть с шоколадом. Вот такой вкусный.
Либо я купила Эрл Грей, там тоже черный, он без теина. Специально магазин хожу, мне очень нравится чайный магазин. Здесь у нас один классный, чаи там продают. Все-таки на развес чаи совсем намного вкуснее. Совсем намного вкуснее. Намного вкуснее, чем в пакетиках. Я это уже выяснила, у меня почти в пакетиках не осталось никаких чаев. Вот, я захожу в этот магазин, и там у нее без теина много всяких чаев. То, что мне надо. Я вот зеленый могу нормальный попить где-то, наверное, часа в 2-3, и все, больше я уже, иначе я потом не усну. Ну и с желудком у меня чай, вы знаете. Ой, утром чай, в обед чаек, вечером чаище. Так что вот так вот душ приняла с соседом. Ну а что? Собаку кормлю его, постоянно его проведываю. Ну и душ теперь вот приняла с ним. Спит за стеной. Хорошо, хоть спит, не буянит. И девушек не водит. Ветер, слышите, какой ужас, забывает. Тут дверь закрыла. Чарли, наверное, в истерике. Во-первых, я в ванной сидела, он там все ко мне скрябался, не понимал, почему я закрыта. Теперь скажет, на кухню ушла, закрылась. Скажет, это что за дискриминация такая вообще? Он вообще не понял, в чем проблема. А еще мне вон там апельсины принесли. Я не знаю, зачем муж принес апельсины, мой апельсиновый сок. Ну вот я вот, помните, в сад еще давным-давно ездила, набирала апельсины. Я тут вычитала, они суперкалорийные, что в одном апельсине очень много калорий, а на сок нужно 2, как минимум. И вот стараюсь не пить, они мне лежат. Он говорит, там были авокадо и лимоны. Там нет ни одного авокадо, ни лимона. Обманули дурака на 4 пятака. Я говорю, зачем ты мне их припер, вон они лежат, гниют эти. Апельсина. Ну ладно, завтра, может быть, на обед сделаю. На обед или там на завтрак сделаю. Смотрите, какие тут маленькие мандаринки. Только сейчас заметила. Ну, говоря про мандаринки. Охренеть. Он даже не вылазит в дырочку. Это что? Это вообще мандарин? Это вообще законно такой мандарин сюда пихать? Это из одной партии, это, по-моему, даже на мандарин-то какой-то он залежавшийся, захеревшийся весь. Этот блестящий такой, этот что-то. Ну, они дешевые, эти мандарины были, поэтому, ну, это что-то чё. Ой, конечно, за 3 копейки хотела блестящий, красивый апельсин, зато они очень-очень вкусные. Вот такие вот у нас делишки, откуда они у нас тут приехали-то? Из Валенсии. Нашинские. Ну, хоть так хорошо. Ладно, друзья, буду с вами прощаться, а то уже разговаривать не могу. Маска всю кожу вот так вот сделала. Она же сохнет, когда пленка. Это вообще стягивает. Завтра понедельник. Кое-какие планы, я уже сказала, есть. Так что подписываемся, чтобы не потерять мои планы. Должно быть интересно, если, конечно, все не сорвется. Всего вам самого наилучшего. Разговаривать уже почти совсем не могу. Всего вам доброй рабочей недели, продуктивной. Побольше денежек, поменьше работы. Ну, пока-пока. До завтра!